20-30 минут на один комплекс, это хорошо. 京东结合这中路都打完了以后，花刀过来收拾。 Сделали весь комплекс завершающее движение шоуши. 这才打你的连续动作。 Только после этого делаете вот слитные движения, без остановок. 这才做连续动作。 这才做连续动作。 Сделали слитные движения. 这叫什么？就运导引你的气血。 Здесь вы делаете уже тауин, вы мысленно проводите ци, которая ведет с собой кровь по всему телу, куда вы подумаете. Это и называется объединение столбовой работы и перемещения, объединение движений, покоя в одно целое. Какой бы ни был кулак, всегда надо стоять в столбах. Если не знаешь в столбах, корня не будет. Поэтому цель столбов – это чтобы ноги стояли устойчиво. В сини стоят они. А у них тоже есть столб. Они тут, так же у них вот этот бокан на 8 сторон света распирает. Одна нога вперед, вторая назад. Руки по центру. И в Бхагаваджане стоят. И тоже так стоят. Если не стоять столбом, ничего не получится. В Бхагу говорится о том, что столб в движении надо соединить столбом неподвижности. Прошли 10-20 кругов, потом встаете, подрегулировали положение, потом не встали. И опять идете еще 20-10 кругов. Тогда будет очень устойчивый шаг. Когда вы стоите, вам удобнее восстановить дыхание. У вас дыхание нормально, тогда продолжайте двигаться дальше. Набрали, выплюнули. Вдох, выдох. Обязательно соединяйтесь с дыханием. Руки дошли, ноги дошли, дыхание дошло. И плечи утопились. Си, вдох. Выдох. Вот так надо пробовать. Особенно движение, вот эта иголка на дне моря. Вот здесь очень легко задержку дыхания, чтобы получить. Поэтому, пожалуйста, не задерживайте здесь дыхание. Здесь не задерживайте дыхание, просто пошлите плечо вперед, тогда оно поднимет и дыхание за ним пойдет. Понятно,